Патриотичный арт появится на зданиях Каспийска. В город прибыл знаменитый художник и дизайнер, сын легендарного лидера группы «Серьга» Сергея Галанина Павел Галанин. Прибрежному муниципалитету не хватает социального искусства, уверен мэтр арт-графики, и уже приступил к преображению фасада многоэтажки. Изначально хотелось как-то добавить в город каких-то настроений в плане современного искусства, может быть, но оно сейчас хромает, по моему личному мнению, да. Все хотят заявить о себе, но не думают о людях, которые будут с этим жить дальше. Вот. И здесь очень интересно, чтобы это осталось достопримечательностью для людей, чтобы их настроение, да, и какая-то гордость заключалась в том числе вот и в этих работах, что это все для них. Фасады Каспийска для своих работ Галанин выбрал не случайно. Креативный живописец в город прибыл по приглашению секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Абдулвахида Джаватова. С подобной поверхностью Павел работает впервые. Уже через пару дней набросок обретет цвет, а после вдохновленный художник продолжит творить на улицах города. Сегодня с Галаниным работает объединение «Стена-клуб» из Краснодара. В планах команды несколько креативных проектов. Да, это тоже в планах дома. Здесь вообще очень много фасадных стен. Люди, какие-то просто картины. Ну, например, Расул Гамзатов. Ну, то есть это все будет вперемешку, но что относится непосредственно к этой земле, скажем так, и к этим людям, которые живут здесь. Павел Галанин не гонится за современностью, заявляет директор художника Дарья Иванова. 10 лет назад Павел был подписан под лейбл Black Star, где и встретил своих будущих единомышленников. С годами объединение нарастало и сегодня буквально представляет из себя партию патриотов. В планах у команды серия социальных работ. На фоне последних событий ребята намерены напомнить молодежи о традиционных духовных и семейных ценностях, об истории, культурном просвещении и правильном образе жизни. Ну, мы поставили рамки успеть к 9 мая изначально. Я думаю, что в течение 2-3 дней все будет готово. Будет приятный сюрприз для жителей города.